Поверить не могу, что никогда раньше этого не делала. Это здорово! Ты думаешь, что кататься на двух ногах – это здорово? Вот, смотри! Сью, это отлично! А есть что-нибудь, что ты не умеешь? А, у тебя тоже получится. Просто подними ногу. А, сомневаюсь. Ты спортсменка, а я дизайнер. Не забыла? Нога, ну же. Сью, смотри! Получается! О, нет, ты в порядке? Ну, думаю, что да. А ты? Да, ты в полном порядке. Я хочу извиниться, что сбила тебя. Прости меня. Это ерунда, но можно я заберу свой скейтборд? Скейтборд, держи. Спасибо. Блайз. Спасибо, Блайз. Ну, пока. Стой, ты уронил ключи. Мечтаешь о любимом деле, пусть будутся твои мечты. Ну как заранее узнать в мире счастлив, где будешь ты? Зоомагазин. 5? Нет. 7? Ошибка. 22? О, совсем не то. 103? О, 3. Я делаю успехи. Нет, это ужасно. Сунил, у меня катастрофическая ситуация с гардеробом. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Зоуи. Я потеряла свой берет. Вот о чем я говорю. Он просто исчез, испарился и сказал «прощай, дорогая». Ты не шутишь? Ни капельки. Хорошо. Знаешь, Зоуи, я сейчас немного занят. Проверяю экстрасенсорные способности. Точно! Сунил, ты мог бы использовать свои способности, чтобы найти мой берет. Это не выигрыш, то есть не розыгрыш, то есть как там оно? Да, теперь я понимаю, о чем ты говоришь. Итак, Зоуи, твой берет. Исчез! Но если мы закроем глаза и сосредоточимся, может быть, тебе удастся увидеть его. Ладно, я попробую. Зоуи, можешь открыть глаза? Мой берет! Сунил! Ты ведь и вправду экстрасенс? Ну, вообще-то я увидел его. Ты увидел его внутренним зрением. У тебя удивительный дар. Все сюда! Сунил нашел мой берет с помощью телепатии. Разве это не удивительно? Зоуи, честно говоря... Честно говоря, у тебя невероятные способности, Сунил. Всем привет! Что с тобой? Ничего. Когда ты говоришь «ничего», это всегда что-то. Ладно, это что-то. Я столкнулась с мальчиком в парке, а когда он ушел, я увидела, что у него такие интересные ключи. То есть он выронил ключи, а я не могу без него. То есть я не могу найти его. И вот его ключи. А почему бы тебе не обратиться к Сунилу? Он может найти кого угодно и что угодно. Он экстрасенс. Сунил, ты экстрасенс? Здорово! Но Зоуи слишком преувеличивает. Не скромничай. Он только что нашел мой берет всего за 2 секунды. Уверена, он легко отыщет твоего друга. Он мне не друг. Я даже не знаю, как его зовут. Я просто хочу вернуть ключи. Стоп, этого недостаточно. Ну, я бы охотно помог, но... Так, пора перекусить. Кто со мной? Сунил, просто попытайся использовать свой дар. И это все ради любви. Это не любовь. Ну, я попытаюсь, но чудес не ждите. У меня не всегда получается. Он просто скромничает. Давай же, Сунил. Сунил! Ой. Ой, я, кажется, кое-что увидел. Угол Мэпл-стрит и Мэйн-стрит. А,
это недалеко. Попытаюсь догнать его. Погоди, Блайз, я не совсем уверен, что твой друг там. Во-первых, никакой он не друг. А во-вторых, я полностью доверяю тебе, Сунил. Если ты увидел угол Мэппл и Мэйн, стоит поискать там. То есть, я должна отнести этому растеряхе его ключи. Надеюсь, ты не собираешься уйти без меня. Я хочу на это посмотреть. Ладно, пошли. Мой дар подсказывает мне, что вряд ли все это закончится хорошо. Отличные новости, мои дорогие. У нас с вами сегодня новые гости. О! Ола! Ола! А! О, я ни слова не поняла. Но hablo español. Ох! Привет, я Рассел, а это Пенни Линк, Пеппер, Минка и... Меня зовут Винни. И я танцую. Теперь это так называется? Я думал, ты повредил ногу. Наверное, у вас танцуют не так, как там, откуда я. А откуда ты приехал? Вы не знаете? Странно. Моя храбрость и красота известны всем. Я тот самый Эстебан Бандерас, легендарный колумбийский попугай. А почему мне это ни о чем не говорит? Невероятно. Наблюдая за танцующими ящерицами, вы упустили из виду легенду. Ну так поскорее просвети нас, Стиби. Я так устал рассказывать эту историю снова и 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 снова. Но раз уж вы настаиваете, слушайте. Я родился в девственных амазонских джунглях и жил в глухой деревушке. Я жил тихой, безмятежной жизнью. Я и не подозревал о надвигающейся опасности. Однажды на нашу деревушку напали бандиты. Даже наш шериф оказался бессилен перед этими мерзавцами. Но нашелся храбрый и красивый попугай, который осмелился противостоять им. Этот попугай я! Вы меня не поймаете! Вы ленивые и неуклюжие, а я ловкий и красивый! Вы просто толпа неотесанных глупцов! Ура Эстебану! Ура Эстебану! А теперь танцы! Шериф, если вы не будете против, лучше станцую я. Все танцуют зумбу! Зумба-зумба-я-я-я! 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 Маша, я герой, что тут скрывать? Когда я спас деревню, слухи о моей храбрости облетели всю Колумбию. Легенду обо мне знает весь мир. Вот почему я так удивился, что вы меня не знаете. Ну, теперь-то мы тебя знаем. Да, я-то тебя точно не скоро забуду. Конечно, не каждый день встречаешься с живой легендой. Легенда, да? Посмотрим, посмотрим. Зои, смотри, кажется, это он. Прошу прощения, я нашла твои ключи. О, прости, я тебя перепутала. Да? С кем? Не знаю, как его зовут, но у него такая же куртка. Такие куртки носят только ребята из моей команды. Красные разрушители. Я еще заметила, ну, не то чтобы я так уж присматривалась, вовсе нет. У него маленький шрам на... щеке. Да, это Джордж Шарп. Ха, он заработал этот шрам, когда выполнял свои глупые трюки. Вот как? А ты не знаешь, где мне найти этого мальчика со шрамом, то есть Джоша? Есть только два варианта. Если он не катается в парке, то читает. Ау. Поищи в библиотеке! Спасибо, мальчик со спины, похожий на Джоша Шарпа. Блайз, он любит читать, и ты любишь читать. Чему бы это все? Наверное, к тому, что я еду в библиотеку, чтобы вернуть ему ключи.
посмотрим, что это за легенда. Эстебан. Найдено записей ноль. Ха, так я и думал. Кто хочет послушать, как я боролся с крокодилом? О, это так рискованно. Ха-ха, риск — мое второе имя и моя фамилия. И мое прозвище. То есть, друзья, зовут тебя Эстебан Риск-Риск-Риск, да? Да. Ладно, Эстебан Риск-Риск-Риск, прежде чем ты сразишь нас с еще одной историей, можем мы поговорить с глазу на глаз. Чем могу быть полезен, мой маленький неуклюжий друг? Я посмотрел в этом электронном ящике и не нашел ни слова о попугае, который спас колумбийскую деревню. Ты все выдумал! Ну, пусть я и преувеличил слегка, это для красоты. Ну и что? А то, что ты обманул моих друзей. Но все, хватит! Эй, друзья, все сюда! Я хочу вам кое-что рассказать! Что, Винни? Ребята, у Блайз проблемы! Почему да, ты решил, что расскажи у нее нам все и начни с того, кто такая Блайз. Блайз наша подруга. Она должна была вернуть потерянную вещь, но у меня есть сильное предчувствие, что я отправил ее по ложному адресу, и она потерялась. Потерялась? О, нет! Мы должны найти ее. А где будем ее искать? Сунил, используй свой дар, посмотри, где она. Да, используй дар. Ну, и что ты видишь?